Тут еще нормально, но новое относительно в соборе. А в городках детские площадки в ужасном состоянии. Их надо восстанавливать. Когда я была, ну, еще ходила в школу, эта детская площадка только построилась. И можно сказать, что за это все время она вообще никак не обновлялась. Мне бы хотелось, чтобы здесь не было этой травы, чтобы было специальное покрытие. В принципе, все нормально, как бы. Все устраивает. Тут еще нормально, но новое относительно в соборе. А в городках детские площадки в ужасном состоянии. Их надо восстанавливать. Ну, хотелось чуть побольше, чтобы сделать каких-то горок. У нас таких гор, у такого плана комплекса горок нет. Ну, хотя бы, чтобы те восстановили, понимаете, их поставили, я не знаю, или так выбором сделал, делалось тогда, или не знаю. Ну, понятно, сейчас война как бы не до этого. Ну, просто выражаю, что хотелось бы сделать. Спортивных вообще в городках нет. Как бы, ну и тут я хочу сказать, тоже, конечно, неудачные. Я когда-то баскетболом увлекался, щиты они плохие сделали сразу. Понимаете, просто должен, чтобы люди решали, должен быть найтись инициатор. Я думаю, что желающие найдутся. Если найдется человек, который будет... Где найти этого человека, организатора, скажем? Уже, я думаю, чтобы скинулись. Но опять же, понимаете, инспекция, контроль, все вот этот аудит, или как он там правильно называется. В принципе... Здесь как бы неплохая как бы конструкция. В принципе, как бы все хватает. Детки, смотрю, довольные здесь ходят. Есть проблема небольшая. Доделать как бы надо было бы, да. Потому что бывает, хочется деткам все время гулять здесь, как бы, да. А возможности такой нету, потому что грязь, дождь. Хотелось бы возле Гоши, там хотелось бы доделать немножко, да. Потому что для детей... неудобно, некомфортно, там качели поломанные. Когда я была, ну, еще ходила в школу, эта детская площадка только построилась. И можно сказать, что за это все время она вообще никак не обновлялась. Мне бы хотелось, чтобы здесь не было этой травы, чтобы было специальное покрытие. Меня смущает горка. Во-первых, она одна. Есть много детей, и они не успевают там кататься. И во-вторых, чтобы было это комфортно и для ребенка. Для детей, конечно. Помладше. И хотелось бы, чтобы больше средств выделялось на детей. Рождаемость как бы не сильно высокая, но тем не менее многие приезжают сюда. У многих есть маленькие дети, и хотелось бы, чтобы какое-то определенное количество денег выделялось, обновлялось и улучшалось. Идея создания площадки возникла у меня, когда у нас родился внук. И я с содроганием смотрела, как дети играли в футбол на перекрестке. Я обратилась к своему супругу, к сыну. Они мне дали добро. Мы взяли, сын собрал все разрешения. И вот мы начали с того, что мы начали вкапывать скаты. И вот первый вопрос стоял... насколько их копать, потому что мы понимали, что дети будут бегать по скатам, себя развивать, да, для общего развития. И домашнюю будут вытаскивать. Ну да, был момент, когда выкопали нам скат. Собрали денежку, купили металл и сами делали оборудование. Хочется отметить участие в конкурсах на лучшую площадку города, ко дню города. Нам выделяли, три раза мы участвовали, три раза мы занимали первые места, мы получали премию, и вот мы решили добавить к премии и сделать вот такую вот шикарную, я считаю, горку. Такой горки в городе нету. Дети здесь закаляются, не сидят дома в телефонах, они выходят, они дышат свежим воздухом. Нам приятно, что наши дети могут выйти здесь, поиграть в безопасном месте, не на дороге. Ну да, и после очередного выигрыша мы установили тут видеокамеру для тех, кто
все-таки всегда есть те, кто будут посягать. Любители. Да, любители что-то попортить, поломать. Поэтому мы решили коллективно установить камеру. И спасибо, она нас спасает. У нас бы ничего не поменялось. Пусть лучше берут с нас пример и делают такие красивые площадки, как наш. То есть не ждать ни от кого ничего? Просто не надо. Ничего, как есть, с нашими силами. Если они видят и знают, что когда мы просим, чтобы помогли, когда мы просим, пусть нам помогают, а так мы сами справляемся. Но пусть берут пример с нашей площадки. Наша площадка самая красивая.